Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как видите, продолжаю дальше сборку и тонировку бронеавтомобилей Ивеко от фирмы Италери. Что я сделал на данный момент? На данный момент я собрал все мелкие детали, поставил их на место. Вот, как видите, поставил лебедку. Поставил кенгурятник. Вот такие вот мелочевочки. Вставил стекло, которое нечаянно выдавил. Пришлось дверь доставать, чтобы вставить его на место. Ну, вклеил на этот раз хорошо его. Подклеил тоже всякие мелочи. Поставил на колеса. Получается вот такая добротная, красивая, хорошая машина. Ну что теперь буду делать? Вот после того, как я сделал масляные точки, остается их покрыть теперь матовым лаком. И уже буду после этого наносить сверху на матовый лак запыление. Запыление хочу делать аэрографом, жидкоразведенной краской. И также потом, может быть, буду применять пигменты нормальные. Вот. Но посмотрю, если красиво получится краской, там пигментами, может, немножко тон какой-то придам. Ну и также резину надо будет сделать пигментами. Ну вот, как видите, получается хороший, красивый броневик. Ну что, друзья, продолжаем сборку дальше. Смотрите, как это будет происходить. Ну вот, друзья, за кадром покрыл модель матовым лаком. Лак использовал XF86 от Tamiya. И потом, дав немножко ему просохнуть, прошел по модели краской XF55 Dectan. Вот. И как бы сделал ей немного вот такие вот загрязнения, ну, как бы имитацию пыли после дождя. Вот. Вот так вот получилось. Довольно-таки интересно модель смотрится. Теперь, может, немножко пройдусь пигментами, чтобы придать разные оттенки. И также резину затонировать немножко. Вот. Вот так вот получается. Уже пигменты буду показывать в следующей части. И что будет получаться, будет видно уже в следующей части. Спасибо, друзья, за просмотры. Спасибо за комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И смотрите следующие части. Всех благ вам и вашим близким.